Набравого Полина получает пенализацию в 5 секунд за наезд на окно, на конус на в районе 3-го КП. Ну, а у нас продолжается сражение. И по-прежнему на 484-м круге с 6 теперь пидстопами остается Иван Лукашевич. Еще один Иван Козлочков, пилот команды «Фризанты», тоже 6 Козлочков. Иван Козлочков на второй позиции, тоже 6 пидстопов у команды «Фризанты». И почти круг уступают они команде «Мособлбанка». А вот идущий сзади пилот команды «Сквадра», стартовый номер 4, Роман Васильенко. Он сейчас самый быстрый у нас на трассе. 1:09.679 секунды. И он тоже на 482-м круге. 8 пидстопов в активе у этой команды. И, соответственно, команду «Фризанта» совершенно точно они опережают. А, скорее всего, опережают и команду «Мособлбанка». CFT Racing Team, у них в активе теперь тоже 8 пидстопов. Но при этом 4 круга между ними. И вот сейчас Михаил Лобода садится за руль автомобиля со стартовым номером 19 команды «Мособлбанка». Они пока лидируют в зачете банковском. И у них сейчас будет очередной, это будет 7-й пит-стоп. На второй позиции идет Genery Motorsport. У них 10 пит-стопов в активе. И они уступают 6 кругов. 4 пит-стопа это... 4 пит-стопа это больше, чем 6 кругов. Это порядка 7-7,5 кругов. Так что, скорее всего, вот эта борьба будет в самой заключительной части наших сегодняшних соревнований. Первой гонки сезона, гоночного сезона 2014 года. Первый супермарафон. И вот организаторы, посоветовались с участниками, решили сразу стрельнуть 12-часовой марафон. Ну и сегодня прекрасная погода, хотя в это время, в начале мая, гораздо прохладнее. Я помню, как-то раз в начале мая мы снег видели здесь, на картодроме «Маяк», все-таки север Московской области. Но вот сегодня погода благоволит, первая часть вообще прошла в легкой такой прохладной обстановке. А сейчас солнце пригревает, и те, кто у нас собрался, участники, менеджеры команд, ну и те болельщики, которые в зоне выпуска находятся, там, где у нас питлейн, они еще и принимают солнечные ванны, то есть уедут сегодня точно совершенно загорелыми. 2:20 остается до финиша сегодняшней гонки. Ну и напоминаю, за полчаса, то есть через 1:10, будет закрыт, соответственно, закроется у нас с вами питлейн для того, чтобы можно было осуществить все необходимые пидстопы. По 11 пидстопов у Nissan Russia, и они, хотя и в одном круге, но опережают Джокер Кар Санкт-Петербург. Сергей Евсеевич сейчас там за рулем, еще по одному пидстопу им придется совершить. 10 пидстопов у команды АСМ. Евгений Капустин, и при этом они всего на круг опережают команду Nissan Russia. Ну и на последнем круге проиграли чуть более полусекунды, 0,6 секунды Евгений Капустин уступил Дмитрию Иванову. Это еще кроме вот этого пидстопа, который придется им совершить. И 10 пидстопов у команды Genery Motorsport, которая сейчас завершила свой 480-й круг блестящим временем. Александр Дударев 1:10.034 секунды. А команда Мособлбанка, Михаил Лобода на питлейне, и они проводят свой очередной пидстоп, соревнуются. Они, в общем, в основном с командой «Фризантов», которые пока всего 6 пидстопов. Иван Козлочков лидирует на 486-м круге. И это последние 20 минутки 10-го часа гонки.
последние 15 минут к 10 часа Иван Козлачков, Фризанта, выходит команду вперед. На 490-м круге находится пилот. 6 пит-стопов у них в активе. Но в затылок дышит Роман Василенький. Команда «Сквадра» стартовый номер 4. 8 пит-стопов в активе «Сквадры». И, соответственно, с гарантией опережают они Фризанта в ближайшее время. Михаил Лобода на питлейне меняется сам на себя. 19-й. Восьмой пит-стоп осуществила команда сейчас Мособлбанка. И они, команда Мособлбанка сейчас сравнялась. Лобода, Михаил. Сравнялась команда Мособлбанка по числу пит-стопов с командой «Сквадра». При этом уступает ей чуть меньше двух кругов. Восемь пит-стопов в активе CFT Racing, и но на круг меньше. И дальше Genery Motorsport, Александр Дударев. 10 пит-стопов и 485 кругов в активе. По 11 пит-стопов у команды Nissan Russia. Она сражается с командой Joker Kart Санкт-Петербург, у которой тоже 11 пит-стопов. Но пока Nissan Russia с 477 кругами впереди. И ровно столько же кругов еще и Formula Kart Краснодар. Стартовый номер один. И у них тоже 10 пит-стопов. Соответственно, на один пит-стоп больше. И Формула Карт Краснодар опустится чуть-чуть ниже.
меньше 5 минут остается до окончания 10 часа, и команда «Сквадра» быстрый, очень быстрый Роман Василенький выходит в лидеры. Иван Козлачков сейчас и его команда «Фризанте» на второй позиции. Круг они проигрывают лидерам, но и они еще проигрывают лидерам целый пит-стоп. А это значит, что еще два круга, скорее всего, придется отдать. А там... На четвертой позиции сейчас «Дженери Моторспорт», стартовый номер 14. Еще один очень быстрый Александр Дударев. И у этой команды, у Дженери Моторспорт, 10 пит-стопов в активе. Соответственно, совершенно точно опередят они CFT Racing Team. Ну и команда Мособлбанка получила пенализацию. Минус один круг за неостановку у белой линии на въезде в пит-лейн. В прошлом году, когда судью вел Series Russia, у нас было 30 часовых марафона. Но по сухому получалось пройти 500 кругов за 10 часов по мокрой дороге. Нет, сегодня дорога сухая. Остается чуть больше 2 минут до финиша. Это значит еще 2 круга. И на 498 круге находится Роман Василенький, пилот команды «Сквадра». И там же... Да, на 499-м круге уже находится Роман Василенький, и на 498-м круге Иван Козлачков, пилот команды «Фризанте». Третье место пока у команды CFT Racing Team, и 8 пит-стопов в активе. А вот четвертая позиция у Дженери Моторспорт, Александр Дударев, быстрый Александр Дударев, 1.09800. 7 тысячных секунд времени его 494 круга, 10 пит-стопов в активе. А вот команда Nissan Russia, по-моему, перевыполнила норму пит-стоп, потому что они уже 12 пит-стопов набрали. А топлива обычно в автомобиле хватает всего на 2 часа, а нам ехать 2 часа 2 минуты.
есть 10 часов гонки. И сквадра Роман Василенький 500 кругов ровно. Вот такие круглые цифры. Еще 2 часа у нас с вами. И 1,5 часа до момента закрытия пит-стопа. Особенно напряженная ситуация для команд Фризанте, у которой еще 5 пит-стопов впереди. Та же самая картина. И с мы машинами РФ. А, нет, у них один пит-стоп, который не учтен. 4 пит-стопа им необходимо пройти. Мацегоров Андрей сейчас пилотирует этот автомобиль. По 8 кругов. Восьмой и девятый пит-стоп в Rage Racing. Пока 8-я позиция. Ну и мы машины. Точка РФ. Андрей Мацегоров. У них тоже 8 пока пит-стопов. И 9-й пит-стоп будет сейчас на пит-лейне. Машина со стартовым номером 11. Ну и у Ниссана. Ну, в общем, есть велика вероятность, что один лишний пит-стоп получится. Роман Василенький пытается оторваться от своих преследователей. 8 пит-стопов, и совершенно понятно, что на 4 круга он опережает при том же самом количестве пит-стопов команду CFD Racing Team. Данил Кукарин сейчас за рулем гоночного автомобиля с 10 номером. Генери Моторспорт, у которых пока 498 кругов, но зато в активе уже 10 пит-стопов, соответственно, осталось только 2. Мособлбанк, теперь у них 9 пит-стопов и 5-я позиция, и 497 кругов. Михаил Лобода, быстрый Михаил Лобода, но впереди еще более быстрый Александр Додарев из команды Genery Motorsport, и они пока уверенно держатся на 4-й позиции, хотя наверняка перейдят команду Фризанте, у которой всего 7 пит-стопов, и понятно, что останавливаться им надо еще не один раз, а 5. Gearbox Motorsport стартовый номер 17 пока на 6-й позиции. Рейсинг Тим заезжает на питлейн, у них сейчас 9-й пит-стоп и пока 3-я позиция, но сзади в затылок дышит Genery Motorsport, у которых все равно на 1 пит-стоп больше, соответственно, явно они совершенно опережают и пробираются вперед туда, где пока пошла сейчас череда пит-стопов в начале 11 часа нашей 12-часовой гонки. Хотя теперь можно уже не очень спешить. Хотя некоторым командам нет, все равно нужно. Есть команды, которым нужно делать 4 пит-стопа. Соответственно, оставшиеся теперь уже меньше, чем 1,5 часа до закрытия пит-лейна нужно использовать максимально эффективно. Александр Колпин сейчас за рулем команды Nissan Russia. 12 пит-стопов у них в активе. Но еще 1:54, 1:55 минут до финиша гонки, и, соответственно, может просто тупо не хватить топлива у этой команды, но будем надеяться, что все будет хорошо. Пока они лидеры по числу пит-стопов, и, в принципе, по спортивному регламенту останавливаться им больше не нужно, они могут совершенно спокойно мчаться к финишу. 500 кругов сейчас, кстати, в активе команды Genery Motorsport. Александр Дударев 1:09, 864 тысячных секунды, 10 пит-стопов в активе. Неплохая заявка на победу. Всего 4 круга они проигрывают.
кадре, у которой 8 пит-стопов. То есть как раз те самые 2 пит-стопа. И 2 пит-стопа это обычно где-то 4,5, может быть даже 5 кругов. 500 кругов у Мособлбанка Михаил Лобода, у них 9 пит-стопов. Соответственно, чуть более льготной ситуации, чем у Фризанте, у которых пит-стопов пока, во всяком случае, всего 7.
1 час 45 минут, даже чуть меньше, остается до финиша первого этапа супермарафона гоночного сезона 2014 года. И пока Роман Василенький, стартовый номер 14-4, находится в лидерах этого заезда с 8 пит-стопами и на 515-м круге. Очень неплохая заявка на хороший результат. 510-й круг у Genery Motorsport. За рулем сейчас быстрый Александр Дударев, 1:09.816. Это вообще самые быстрые секунды на круге. И 10 пит-стопов в активе. Совершенно ясно, что вот эти команды и будут бороться между собой. И в абсолюте, но и Genery Motorsport имеет очень серьезные предпосылки. Имеет для того, чтобы занять первое место в банковском режиме. Ну и вот, внимательно просматривая видеоповтор одного из эпизодов гонки, кто-то из пилотов сейчас получит пенализацию, и мы на техническом мониторе увидим величину, размер этого бедствия и адрес, номер 18. Стартовый номер 18 FF Racing. Александр Иванов за грубую езду получает 20 секунд. Вывез практически конкурента погулять в зеленя, ну и, соответственно, должен за это ответить. 1:55 провел Роман Васильевич за рулем гоночного автомобиля команды «Сквадра», стартовый номер 4. Первая позиция, 516-й круг. 500 кругов сейчас преодолела только что команда Nissan Russia. Они уже выполнили план по пит-стопам, и как бы им не пришлось останавливаться и еще разок. Но пока у Nissan Russia только 14-я позиция. Чуть-чуть, ну не чуть-чуть, поднимутся они, поднимутся еще, потому что 500 кругов. И есть команды, которые 4 пит-стопа им проигрывают. Это порядка 6-7, а может быть даже 8 кругов. Соответственно, где-то в районе 6-7 места Nissan Russia должен оказаться. Но вот эта практика, когда все пит-стопы были собраны в одну кучу еще в первой половине гонки, мне кажется, не вполне себя оправдала, во всяком случае, в сегодняшнем нашем сражении, с учетом того, кто у нас сейчас на трассе, то есть какие пилоты, уровень квалификации и какую тактику, стратегию выбрали они. 517-й круг у Романа Василенького из «Сквадры», 8 пит-стопов в активе, и позади в 5 кругах Александр Дударев из Genery Motorsport, тоже очень быстрый пилот, но у него на 2 пит-стопа больше, 5 кругов соизмеримо с 2 пит-стопами. Скорее всего, это даже чуть больше, 5 кругов. И поэтому «Сквадре» вот в этой дуэли, возможно, удастся сохранить свое лидерство. Но еще множество факторов, и у нас с вами заканчивается только первая 20-минутка 11 часа. 1:10 остается у нас с вами до закрытия питлейна. Я напоминаю менеджерам команд о том, что именно 1:10 есть практически для того, чтобы осуществить те необходимые пит-стопы, которые положены по спортивному регламенту. А их должно быть не менее 12.
вторая половина 11 часа, а это значит уже меньше часа остается до закрытия питлейна, а у нас есть еще команды, и среди них команда Сквадра, которая сейчас лидирует, у которой всего 8 питстопов. При этом Роман Василенький стремительно мчится по трассе на 527-м круге, показывает чудеса скорости 1.09.658. На вторую позицию выходит команда Genery Motorsport, 523-й круг, и тоже 1.09, но 784 на десяточку помедлили. Очень быстро идут ребята, очень хорошие показатели по времени, на один круг меньше у команды Фризанте, но у команды Фризанте на один пит-стоп больше, чем у Сквадры. Правда, у Сквадры есть запас 4 круга, а это больше, чем один пит-стоп, уверенно больше. 9 кругов в активе и команды Мособлбанка. 521, 9 пит-стопов, прошу прощения, 521 круг прошла эта команда и сейчас находится пока на 4-й позиции. 5-я позиция, CFT Racing Team, находится сейчас на питлейне, 11-й пит-стоп. Сергей Орехов меняется сам на себя, и меньше полутора часов остается до финиша. И, соответственно, еще раз напоминаю, меньше одного часа остается до закрытия питлейна. Мы машины.рф, 11-й стартовый номер, и у них уже 10 питстопов. FF Racing Team, стартовый номер 18, у них пока только 9 питстопов. Ну и все 12 пит-стопов есть пока только у Nissan России, но они находятся на 13-й позиции. Вот так оказалось, что ранние пит-стопы очень серьезно выигрыши. Во всяком случае, пока еще не дали. 513-й круг. Есть шанс подняться с гарантией на 3, может быть, даже на 4 позиции, но не выше. Будем смотреть, что будет происходить дальше. Стартовый номер 5. Команда Слос РТ получила минус один круг за нарушение правил смены пилотов и сейчас находится на 15-й позиции. Богатыри Антон Зотов за рулем на 508-м круге. 10 пит-стопов у них в активе. ВТБ 24 поднялся на 17-ю позицию. 9 пит-стопов, 504-й круг. А вот у команды PZ Karting Team Константин Михайлов за рулем. И уже 10 пилотов и чуть больше одного круга проигрыш команде ВТБ 24 ралли. Лидер Кирилл Варюхин сейчас на питлейне. Команда Сквадра, стартовый номер 4. Должно хватить им до запаса времени для того, чтобы провести этот пит-стоп, да и следующий, по идее, они тоже должны успеть провести, не потеряв этой позиции. Но этот пит-стоп уравняет их по числу пит-стопов с преследователями команды Genery Motorsport. И дальше только CFT Racing Team, который сейчас 11 пит-стопов, но у них на 7 кругов меньше, чем у Сквадры. Соответственно, есть этот запас. Что ж, одна из самых эффективных стратегий и одна из самых мощных команд — это команда сегодня Сквадра, и пока она на пол позиции.
15 минут остается до окончания 11 часа нашей гонки. 45 минут остается до финиша. И, соответственно, 45 минут остается до закрытия нашего с вами питлейна, когда можно будет осуществить все необходимые питстопы. 10 питстопов в активе команды «Сквадра». Сергей Рожков, быстрый Сергей Рожков, сейчас за рулем. 1:10, 150 тысячных секунды. 536-й круг. На один питстоп у «Сквадры» меньше, а у «Дженери Моторспорт» очень быстрый Андрей Михальчук за рулем. У них на один питстоп больше. Но один питстоп — это порядка двух кругов. Здесь сейчас три круга, почти три круга разница. Соответственно, борьба еще вся впереди. Третья позиция. 11 питстопов, 531 круг. Команда Мособлбанка. Юрий Лобода, тоже очень быстрый пилот. Последний круг. 1:09, 858 тысячных секунды. Это, кстати, вот сейчас это самый быстрый круг из того, что есть, на десяточку быстрее, чем Сергей Рожков из «Сквадры». Напряженнейшая борьба в первой тройке. И на четвертой позиции с девятью, всего лишь девятью питстопами «Гиарбокс Моторспорт», победитель квалификации. Сейчас, к сожалению, только четвертый. И у них ровно столько же, сколько у команды «Фризанте», стартовый номер 7, Иван Козлачков. Сейчас на 531-м также круге. 1:10, 678, помедленнее на почти полсекунды, на 4 десятых, чем Илья Гончаров из «Гиарбокс Моторспорт». А дальше на шестой позиции CFT Racing Team. Может быть, не такой быстрый Антон Тамаров, но очень стабильный. И 12 питстопов у «Фризанте» Иван Козлачков, и 12 питстопов у Антона Тамарова. Так что по регламенту им останавливаться уже не нужно. Остановка может быть вызвана только какими-то чрезвычайными обстоятельствами. 12 питстопов еще и у Nissan Russia, которые поднялись на 12-ю, всего лишь 12-ю строчку. Но они на 525-м круге. И всего один круг разницы до ASM. Стартовый номер у них 15 у команды СМ Иван Рахматуллин сейчас, так что эту команду они опередят. Они в одном круге, кстати, едут сейчас, да. И вот сейчас Nissan уже опережает, а еще два пит-стопа в «Формуле Кар Краснодар» предстоит, которые пока на 12-й... А, нет, «Формула Кар Краснодар» один пит-стоп. Один пит-стоп они проводили в первый час, поэтому он на электронном хронометраже не отпечатался. Ну и 9 питстопов у команды, стартовый номер 18, FF Racing. 530 у них кругов. Соответственно, еще 3 раза останавливаться. И тоже есть шанс у команды Nissan Russia опередить и эту команду. Мы машины.рф. Стартовый номер 11. У них 10 питстопов, им еще 2 раза останавливаться. И пока у них тоже 531 круг. Заканчивается 11 час, приближается последний 12. Солнце потихоньку прячется. И вот так еще раз огромное спасибо всем, кто этот день проводит здесь, на первом нашем профессиональном российском картодроме, трассе «Маяк», на гостеприимной Дмитровской земле, которая давно известна среди автомобилистов своими различными автомобильными мотоциклетными успехами. Именно здесь в самом начале 2000-х годов вернулся на российскую землю чемпионат мира по мотоциклетному кроссу. На трассе в экстрим-парке в Сарачанах проходил. На трассе Дмитровского полигона проходили этапы чемпионата Европы по автомобильному кроссу. Мотоциклетная кроссовая трасса есть еще и на Красной Горке рядом с Дмитровым, фактически на территории города Дмитрова. Славные традиции снегоходного кросса присутствуют. В течение 6 лет рядом с поселком Ильинским была трасса отбора автомобильных соревнований, приключений Camel Trophy. И вся земля Дмитровская прописана духом бензина, азарта, скорости и приключений.
5 минут остается до конца 11 часа нашего супермарафона. Дмитрий Янковский, один из самых быстрых сегодняшних пилотов, сейчас за рулем гоночного автомобиля со стартовым номером 4 на 543-м находится круге. Дмитрий, 11 пит-стопов провела команда, еще один предстоит им пройти пит-стоп, и еще один пит-стоп предстоит пройти и их преследователям, команде Genery Motorsport, идущей на второй позиции, уступающей круг команде Сквадра. Юрий Лобода, стартовый номер 19, 11 пит-стопов и 539 кругов в активе этой команды, идущий пока на третьем месте. На четвертую позицию вот сейчас поднимается команда Фризанте. Илья Козлочков за рулем гоночного автомобиля со стартовым номером 7. Прошу прощения, Илья Козлочков, Иван Козлочков, команда Фризанте, и на питлейне сейчас команда Gearbox Motorsport. Илья Гончаров будет или не будет меняться на питлейне, и General, Genery Motorsport, Андрей Михайлович. И это последний 12-й пит-стоп у команды. Удастся ли Мособлбанку Юрию Лободе опередить? Но Юрию Лободе придется еще останавливаться, у них самих только 11 пит-стопов. Еще 12 пит-стопов у команды Nissan Russia, которая смогла подняться всего лишь до 11-й позиции. Но, правда, тут еще раз, два, три. Три команды с 10 пит-стопами. Двенадцатая позиция. Joker Cars Санкт-Петербург. 12 пит-стопов. Rage Racing. Соловьев Дмитрий. 12 пит-стопов. Формула Карт Краснодар. 12 пит-стопов. Слос РТ. Стартовый номер 5. 11 пит-стопов. 11 пит-стопов. 12 пит-стопов у богатырей. Владимир Ританов. Больше они не будут останавливаться. Но у них 526 кругов и... Не догнать идущую впереди команду. Картинг Тим ПЗ. Стартовый номер 16 на 17 позиции. И 10 пит-стопов у них в активе. А, нет, у них 11 пит-стопов. Один пит-стоп был так же, как и у ВТБ-24 ралли на первом часу гонки. Соответственно, он в электронную систему не вошел. Но судьи его, естественно, отфиксировали. Итак, 2 минуты остается от 11 часа гонки. И чуть более получаса остается для того, чтобы все команды выполнили все необходимые 12 пит-стопов. На 12-й пит-стоп заезжает Дмитрий Янковский, один из самых быстрых сегодняшних пилотов.
545 кругов было у него в активе, уверенное лидерство. Два круга проигрывает Ingenieri Motorsport, у которой уже есть 12 пит-стопов, но два круга – это как раз примерно то время. И сейчас все будет решать как раз вот эта последняя часть гонки. Ровно час остается у нас до финиша супермарафона. И уже менее 30 минут остается до закрытия питлейна. Не все пилоты прошли еще 12 питстопов, даже с учетом того, что 6 машин у нас будут иметь по 11 питстопов, потому что первый питстоп они проходили, когда электронная система фиксации еще не включилась. Но тем не менее, еще сейчас есть время.
19 минут остается до закрытия питлейна, и вот сейчас под занавес, но не под самый занавес, ныряет Эдуард Сарафанов, пилот команды «Газпромбанк», стартовый номер 9, на свой заключительный 12-й, или 11-й только пит-стоп у него еще. Смена, да, у них одна смена была в том самом первом часе, но у нас остались еще пилоты, и это 11-я машина, у которых 11 пит-стопов. Александр Бодаков пока на 7-й позиции на 549-м круге. Иван Рахматуллин, команда СМ, опережает на круг команду Газпромбанка, пока те стоят на питлейне, но им самим еще надо заезжать на питлейн. Nissan Russia поднялась на 10-ю позицию. У них-то все 12 питстопов пройдены, но надо проехать еще почти 48 минут. Хватит ли топлива у этой команды? Сейчас за рулем Александр Колпин. И 10-я позиция у команды Nissan Russia. 8-я позиция сразу. На 0,4 секунды быстрее идет по трассе Александр Колпин. Кто сейчас меняется? Василий Рожков, который стартовал в команде Gearbox, который показал самые быстрые секунды на квалификации, лидировал в первой части гонки и сейчас заезжает, сейчас будет меняться на питлейне в команде Gearbox, а пока она... Еще один пит-стоп предстоит команде Gearbox Motorsport. Вот так вот победили квалификации, не совсем грамотным образом выстроив всю свою гоночную сегодняшнюю стратегию. И, соответственно, ну, надеюсь, останется в десятке. Пятнадцать минут последнего 12-го часа позади. Команда «Сквадра» на 558-м круге. Дмитрий Янковский, 12 пит-стопов позади. И на 558-м круге Алексей Мишуков. Причем Алексей Мишуков сейчас на полсекунды был быстрее, чем Дмитрий Янковский. Дмитрий Янковский тоже достаточно быстро, но попадают пилоты в трафик далеко не все. К концу 12-часового марафона могут двигаться с такой же скоростью.
И еще один быстрый пилот Юрий Лобода. Стартовый номер 19 команды Мособлбанка. Но еще один пит-стоп предстоит этой команде. И в абсолютном зачете удержать третью позицию будет очень непросто, потому что в затылок дышит Иван Козлочков. Иван Козлочков и Фризанта.
позади первой 20-минутка последнего часа. И Дмитрий Янковский, команда «Сквадра», в одном круге с ним позади. Алексей Мишуков, у обоих уже по 12 пит-стопов, и теперь только борьба, сражение. Полсекунды, даже 0,6 секунды практически Алексей Мишуков отыгрывает, но почти круг между ними, хотя сейчас въедет в 563-й круг и Алексей Мишуков. Посмотрим, кстати, сколько между ними будет дистанция по времени. И менее 40 минут остается до финиша гонки на третьей позиции. Пока Юрий Лобода, но у него всего 11 пит-стопов. И Иван Козлачков, который, правда, в двух кругах позади, из команды «Бризанты», ждет с нетерпением, когда команда «Мособлбанка» встанет на этот пит-стоп. Второе место в банковском зачете команда «Мособлбанка» себе почти обеспечила. Но за окончательные результаты, конечно, в автогонках, особенно когда позади уже 11 часов 22 минуты, именно столько прошло со старта нашего супермарафона первого этапа гоночного сезона 2014 года, предсказать не возьмется никто. Одиннадцать часов 25 минут гонки позади. Лидирует команда «Сквадра». Дмитрий Яновский, стартовый номер 4. Минуту выигрывает он у своего преследователя, пилота команды «Дженери Моторспорт» Алексея Мишукова. Алексей Мишуков отрыгивает сейчас полсекунды, но минута до финиша, у нас с вами остается 45 минут. И это значит, что примерно 30 секунд, если в таком темпе будут идти пилоты, удастся отыграть чуть больше 30 секунд, а нужно отыгрывать целую минуту. Совершенно спокойно Дмитрий Янковский сейчас может вот в этом темпе продолжать движение. И еще быстрее по трассе идет Юрий Лобода. Но Юрий Лобода и команду «Мособлбанк», стартовый номер 19, ждет еще один обязательный 12-й пит-стоп. А для его выполнения, кстати, остается всего 4 минуты. Итак, внимание менеджеров команд, всего 4, меньше 4 минут остается до закрытия пит-лейна. А у нас есть еще
несколько команд, которые свои обязательные пит-стопы не провели. 11. Вот они, наверное, переписывают. Нету их здесь. 18 номер. Три минуты остается до окончания возможного проведения обязательных пит-стопов. Ну и вот теперь 30 секунд остается до закрытия питлейна. У нас еще одна команда свой обязательный 12-й питстоп не выполнила. Не надо желтый флаг, зачем? Не надо, красный, флагом не маши. Шестой ход. Флаг убери. Возьми вот этот красный, вот он ревной, который. И подвинь его прямо на дорожку, закрой дорожку. Ну что ж, под занавес все команды успели проскочить в зону питлейна, чтобы совершить 12 обязательных питстопов. И сейчас...
Итак, 29,5 минут остается до финиша. Лидирует команда «Сквадра» Дмитрий Янковский. 572-й круг сейчас у Дмитрия Янковского, стартовый номер 4. 571-й круг будет совершать сейчас Алексей Мишуков, команда «Дженери Моторспорт». Стартовый номер 14. Она идет в абсолютном зачете на второй позиции и претендует на победу в банковском зачете. Команда «Мособлбанка» сейчас на питлейне. Сзади в одном круге Иван Козлочков. И команда «Фризанте» сейчас на своем 569-м круге выходит на третье место в абсолютном зачете. Ну а Юрий Лобода бросается в догонку. Он остается за рулем гоночного автомобиля со стартовым номером 19 «Мособлбанка». Но при этом третье место в абсолюте переходит к команде «Фризанте». Пятая позиция команды CFT Racing Team тоже. Теперь у всех команд по 12 пит-стопов, но на один круг меньше у Антона Тамарова, который идет на пятой позиции в абсолюте. Nissan Russia пока поднялась на шестую позицию. То есть, в принципе, определенные574-й круг уходит лидер, 26, чуть больше 26 минут до финиша. Команда «Сквадра» Дмитрий Янковский, пока их стратегия оказалась самой выигрышной. Ну и надо сказать, конечно, что самые быстрые пилоты сегодня были именно в этой команде. И Дмитрий Янковский один из этих пилотов. Не менее быстрые были и команды «Дженери Моторспорт», стартовый номер 14. Алексей Мишуков сейчас на 573-м круге. Ну и Иван Козлочков, «Фризанте», стартовый номер 7, 571-й круг. 571-й круг сейчас. Но 571-й круг и у Юрия Лободы. При этом Юрий Лобода на своем 570-м круге был помедленней, а Иван Козлочков 1:11.03. А, и Юрий Лобода вот сейчас. Нет, 25 секунд.